Беларусь помнит. Спецпроект «День Победы». Когда-нибудь наступят времена, когда все войны закончатся. Мы не хотим стрелять. Мы не созданы воевать. Но защищать Родину должны быть готовы. Мой прадед Семен Давидович родился в 1919-м в деревне Знаменка Осиповического района. До 1939-го работал учителем в школе. После был призван в ряды Красной Армии. Служил на территории Средней Азии в составе конно-горной артиллерийской дивизии. В Великую Отечественную был зачислен в состав стрелковой дивизии командиром взвода управления батареей 76-миллиметровых пушек. В боях с немецко-фашистскими захватчиками отразил две контратаки, уничтожил 30 оккупантов, 5 немцев истребил лично. В боях за Купятичи, что в Пинском районе, стер с лица земли 4 пулемета, подавил огонь двух вражеских батарей и уничтожил до 70 врагов. Награжден медалями за отвагу, за победу над Германией, орденом Великой Отечественной войны 1 и 2 степени, а также орденом Красной Знамени. Сердце Семена Максимовича перестало биться в 2005-м. Родители говорят, он всегда повторял, что война – это страшно, и призывал ценить мирное небо. Я помню. Беларусь помнит.